Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в КРМП, друзья, я вернулся, батька, сука, вернулся, блядь. Ну, на самом деле, я вернулся, потому что, блин, я соскучился за КРМП. Это Amazing первый сервер, я здесь играл, когда он только открылся, и вообще, мой канал начинался с КРМП, и одна МТА уже надоела, я думаю, вам тоже, как и мне. Поэтому мы в КРМП, Amazing Roleplay. Мне Тимоха денег подкинул. Тимоха Домино. Думаю, кто играет на этом сервере, знает его. И мы сейчас едем, я сдам на права, короче. Мне 120 тысяч подкинул, так чисто по-братски, так. Красавчик Вася! Слушай. Короче. У меня личный водитель, короче, все охуенно. На РНЖ едем, катим вообще, ну, просто великолепно. Великолепно просто. Так, дальнобойщик летит. Оу, Вася. Опасный. Опасный ты, однако. Так, едем мы в автошколу, все по правилам не нарушаем. Я сел как батька на заднем. Ну, это вы не видели. Мы не нарушали, это все нормально. Блин, рендж пиздатый, конечно, у него. Я бы себе тоже рендж хотел. Но, блядь, мне... Я буду до конца жизни, наверное, на тазах ездить, блядь. На тазах, нахуй. Подожди. Тут, плиз, пока я на права сдам. Так, погнали, на права сдадим. Я не буду снимать, как я еду. Я так чисто сейчас покажу, что я права сдаю, типа... И потом обрежу. Потому что я знаю, это, бля, уже банально, нахуй. Это главное, что я вернулся в КРМП, друзья. Это самое главное. Короче, сейчас берем машину. Так, так, где ее? Эта херня. Как там, блядь, пристегнуться так? Блин, я забыл, как что делать. Так, завелся. Так, вот мы почти сдали на права. Заезжаем сейчас и получаем свои правусики. Так, я у Тимохи взял ренджик. Эй, Вася, Вася, ты шо? Пошел нахер. Сейчас батька катнет, ебать. Как там свет включить? Ладно, без света поедем. Похую. О, гонщика включаем сразу. Я, кстати, писал пацану какому... Кстати, мой ник. Мой ник, пацан Андрея. Кирилл Питбуль, 3L. Запоминайте. Да, сука, гори уже. Ой, извиняюсь за мат. Так, поехали. Поехали мы в Южный... За машинками. Ой, за машинкой. Квартиру надо купить мне. Так, оранжевый по херу. Штрафов, кстати, уже нету или есть? Хер знает. По-моему, нету, да, штрафов уже? Ну, по крайней мере, я их не вижу. Так, проезжаем. Сейчас поедем в Южный. Так, заводим. О, нормально поехала. Блять. Нихе. Блин. Повставали на ПМВ. Батырева. Сейчас развернусь только где-то вот здесь. Блин. Я печень продам. Замещу.
Извиняйте, Моха. Так надо, такова жизнь. Я еще не привык, я СМТ, еще не привык к РМП. Ай-яй-яй. Ай, тут я в бэху улетел. Ай-яй-яй, капец. Поехали. Ля-л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 я. Фу, как на Сергей такая приходит от КРМП, просто я аж кайфую. Потом сразу на много дней на пути, ибо на тачку еще не хватит. Сразу на много дней не плати. А, окей. Закрой сундук. Сундук. Машину. Машину. Ля-л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 я. Так, ищем квартиру. Опачки, свободно есть. Надо оплатить, купить точнее. Регистрация. Окей. 2000 рубасей. Я им манал. Меню жильца. Оплатить проживание. На сколько? Раз. Раз, два. Пять, шесть дней. Шесть дней. Оплатить. Давайте на 7. Оплатить. Оплатить проживание на 7 дней. Еще один оплатим, чтобы прям наверняка. Так, все, я вышел. Тере-тере-тере-тей. Блин, КРМП, как я люблю тебя просто. Это ж, блин, обожаю просто. Это, кстати, я тут один из первых здесь начал играть, это я. Тогда еще онлайн был человек 10-20, и я начинал здесь играть. Но я свой аккаунт разыграл, когда у меня было там 200 подписчиков или 100. Так, погнали бричку покупать! Погнали бричку брать! Да хуя. Такие цены дорогие, я манал просто. 60 тысяч. Соточка, копидос. Не-не-не-не-не-не. Это сильно пафосно для нас. Нам что-то прям надо, ух. Что прям, ну ух. Четырок. Не, я передумал. Тут нету, где моя любимая машина? Моя, о, нихуя. 70 тысяч, блин, извиняюсь, буду меньше материться, потому что я знаю, как вы это не любите. Особенно кто в КРМП играет, это вообще для них это просто жесть, жесть. Блин, есть что-то нормальное? Чё, издеваетесь? Опа, чё. Блин, Range Rover, блин. Чё я нищий по-любому. По-любому надо его брать. По-любому просто надо брать Лупатова. Это пуля, это гонка, это просто конфетка. Блин, я хочу цвету покрасить, какой мне нужен. Тут такого нету. Меня это бесит. Хотя приблизительно, блин. Оу, Вася! Да-да-да, это то, что надо. Так, мы вышли, мы садимся, и мы едем. Как четко. Чё? Чё? Чё смотреть? Тот не обосрись, а то Васильич обосрался. Так, куда мы едем?
куда едем? Куда едем? Куда едем, братан? Куда мы едем? Мне на тачку забрать. Только как? Как? Ага. И что ты хочешь мне показать? Ой, ёпать. За читы на три дня банят. Что за... Ты приехал, братан. Теперь надо найти свой подъезд. Ёхкале мене. Вот это просто... Так, я зашел в домик, надо свою тачку взять. Минус жреца. Забрать транспорт. У вас нет авто? What the fuck? Окей. Так, я перезашел. Теперь мы можем тачку забрать. О, да, Вася. О, классик. Это классика. Как ее завести, блядь? О. Спасибо тебе, Тимоха, большое. Теперь у меня есть люпатый. Люпатый. Годрах. До Южного. Давай я тебя натяну сейчас. Натяну просто. Как стоячего. Поехали! А, лупатый просто. У меня есть на 4-м серии лупатый, но... Я забыл пароль, блин. О, да. Каев просто. Я тебя вздерну, блин, Вася. Давай, давай, Вася. Один. Два. Давай на встречке, чё. Я думаю, слышу твой сигнал, блядь. Пошел нахер! 89, 98, 103, 107. Машина зверь, водитель ас просто. Он только зря потратил, блядь, 700 тысяч на машину. Он догоняет. Он догоняет. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you. Фура, 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 фура. Ай-яй-яй. Это просто жопа. Он чего чела там вафукашит? Фу, это было страшно. Просто батька. Просто батюнька. Как я доволен, что убрали штрафы, кстати. Теперь вообще все по кайфу. Фура, 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 фура!
750 тысяч потратил на арену. Что-то. Красавелла, красавелла. Так. Годор за Масадрах. Я нищий. До Арзамаса бенза не хватит. Не хватит. Ладно, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Я буду здесь теперь играть часто. Так что, кто может помочь, то пишите мне в ВК или в игре. Вот мой ник, еще раз показываю. Кирилл Питбуль. Всем пока, ждите новых серий.